Доброго времени суток, уважаемые зрители моего канала, на связи Артур, и в данном видео я хочу поделиться своими результатами в экономической онлайн-игре под названием Motor Money. Расскажу, сколько дней я здесь участвую, какую сумму инвестировал, сколько вывел и вообще как здесь обстоят дела. Но перед этим хочу обратить ваше внимание на онлайн-документ под названием «Инвестиционный портфель Артур Ноус». Здесь находится вся информация, проекты, в которых я участвую, зарабатываю деньги, соответственно, вывожу. Разбито это на разные категории, как и заработок без вложений, так и инвестиции. Думаю, вам будет интересно, полезно, и ссылочку я оставлю в описании под видео. Теперь возвращаемся к игрушке Motor Money. Давайте изначально посмотрим на статистику. Проект работает 69-й день. За это время зарегистрировано 70 тысяч человек, то есть выходит каждый день, регистрируется чуть более 1000 человек. Это очень хорошая статистика. Здесь за регистрацию всем дарится машинка первого уровня, которая вам начинает уже приносить прибыль, и каждый день вы сможете выводить деньги без инвестиций, то есть без вложений. В проект уже инвестировано 3,5 миллиона рублей, и я считаю, это очень хороший показатель. Проект пользуется спросом, как раз это я и говорил в своих первых видео, что данный проект будет популярен, здесь будет движуха, крупные вложения, это можем мы как раз посмотреть в разделе «Гонка лидеров». Здесь у нас есть краткая статистика по инвестициям, кто сколько инвестировал. Вот видим за последние, допустим, 30 дней. Есть инвестиции 78 тысяч рублей, 74, 25, 21, 21 тысяча. Как видим, достаточно крупные вклады. Вот за всю работу проекта максимальные вклады уже есть 147 тысяч. Скоро будет и 200. Теперь сколько я инвестировал и сколько я уже заработал на данный момент времени. Мы видим здесь сумма пополнений 7900 рублей. На самом деле 7,5 тысяч я инвестировал в машинки, а на 400 рублей покупал серфинг. Итого на данный момент я вывел уже 13 744 рубля. Как вы понимаете, в данном проекте я уже в неплохом плюсе. Зарабатываю как и активно, так и пассивно. Видим, в моей структуре чуть более 1000 человек, идут реферальные вознаграждения, это есть дополнительный заработок. В проекте я участвую 66-й день. Мой ежечасный заработок здесь составляет 3 рубля 22 копейки. Давайте перейдем в автопарк. Здесь отображается все в реальном времени. Каждую секунду начисляется денежка, как видим, у меня 150 рублей 72 копейки. И постоянно мой заработок растет. На полном пассиве я раз инвестировал деньги, и они мне откапают до того времени, сколько будет работать проект. Нажимаем «Снять деньги с кассы». Как видим, денежки сразу же начисляются на баланс для вывода. Переходим в раздел «Заказать выплату». Проверим, платит ли проект на данный момент времени. Выбираем PR кошелек, прописываем все данные, 329 рублей. Вписываем номер кошелька, платежный пароль и нажимаем «Заказать выплату». Здесь они обрабатываются инстантом, то есть деньги приходят мгновенно на кошелек. Обновляем страничку, видим, есть платеж 325 рублей 90 копеек, нажимаем на ID и видим, здесь пишется, что выплата пришла от проекта Motor Money. Теперь переходим на сайт. Для того, чтобы здесь прилично зарабатывать, нужно обязательно пополнить баланс. Далее перейти в раздел «Мой автопарк», выбрать машинку. У меня на данный момент 6 уровня, которая стоит 7,5 тысяч рублей. Знаю, есть ребята, которые уже покупали 9 уровень за 50 тысяч рублей. И каждый час у них капает по 24 рубля 30 копеек. Вы, конечно же, решайте сами, какую сумму вам инвестировать. Я вам показываю рабочий проект, сколько я заработал и какие здесь есть возможности. Кроме заработка на машинках, у нас здесь есть раздел серфинг. Вы можете просматривать сайты, и там оплата достаточно приличная, 7 копеек за просмотр одного сайта. Также есть ежедневный бонус и, естественно, реферальная программа. В принципе, на сегодня все. Если вас данный проект заинтересовал, ссылочка будет в описании под видео. Переходите, регистрируйтесь, получайте бонусную машинку. И если осознаете все риски, инвестируйте деньги и зарабатывайте. Спасибо за просмотр, всем хорошего настроения и до скорых встреч в новом видео.